Чтобы сыграть этот бит, нужно перестроить шестую струну басовую в ре. То есть мы ее настраиваем на один тон ниже. То есть можно сверить с четвертой струной, чтобы звучало похоже вот на четвертую. Можно настроить через тюнер. Значит, играется бит таким образом. Дергается шестая открытая. Потом на первом ладу зажимаем. Потом пятая открытая. Еще раз. Шестая открытая. Первый лад. Пятая открытая. Первый лад. Пятая. И открытая. Дальше играем то же самое. Только два раза дергаем пятую струну. Все это повторяется 4 раза. Дальше играется шестая открытая, потом шестая зажатая на первом ладу, пятая и пятая зажатая на первом ладу 2 раза. Это так звучит так. Дальше. Шестая открытая, первый лад шестая, пятая открытая, шестая на третьем ладу, первый лад пятая и 2 раза бас пятый. Если все соединить, получается вот так вот. Четыре раза повторяем дальше. Можно добавить еще сюда перкуссию. То есть мы играем две струны, четвертая и шестая. Потом зажимаем на первом ладу четвертую и шестую. И вот этот третий палец ставим вот сюда, играем его с пятым басом. И потом вот мизинец и первый палец ставится на первый, на третий лад и обратно. Но это, конечно, сложнее будет.